из английской народной поэзии, перевод Самуила Яковлевича Маршака. «Происшествие в карточном домике. Дама бубен варила бульон и пудинг пекла на обед. Десятка бубен украла бульон, а пудинг украл валет. Король бубен спросил про бульон и пудинга ждал на обед. Десятка бубен вернула бульон, а пудинг вернул валет». Два маленьких котенка поссорились в углу. Сердитая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят, не справившись при этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. Легли они, свернувшись, на камень у крыльца. Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. Но сжарилась хозяйка и отворила дверь. Ну что она спросила? Не ссорьтесь теперь. Прошли они тихонько в свой угол на ночлег. Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег. И оба перед печкой заснули сладким сном. А вьюга до рассвета шумел за окном.